Пикантный салат с очень интересным вкусом, сочетающим в себе сладкие ананасы, соленые оливки, кислинку лимона и курицу. Нетрадиционное сочетание вкусов делает этот салат вкусным. Предлагаю приготовить вкусный и оригинальный салат Шанхай. Это блюдо украсит любой праздничный стол и порадует гостей. Основой этого салата является курица. Для более насыщенного вкуса возьмите копченую курицу, а для любителей нежных салатиков, предлагаю использовать отварную куриную грудку. И самое главное, данный салат не надо солить. Большой плюс этого салата в том, что готовится он очень быстро. Расскажу, как приготовить салат Шанхай. Филе куриное 250 грамм. Консервированные ананасы, банка, 1 штука. Маринованные шампиньоны, банка, 1 штука. Консервированная кукуруза, банка, 1 штука. Оливки, банка, 1 штука. Лимон по вкусу. Зелень, 1 пучок. Майонез, 2 чайных ложки. Количество порций, 5-6. Подготовьте ингредиенты. Куриное филе отварите до готовности в слегка подсоленной воде. Шампиньоны нарежьте мелко. Оливки нарежьте тонкими кружочками. Отварную курицу нарежьте кубиками. С кукурузы слейте жидкость. Соедините все ингредиенты в салатнике. Полейте соком лимона, добавьте майонез и перемешайте. Подавайте салат порционно или в одном салатнике. Нетрадиционное сочетание вкусов делает этот салат очень интересным и современным.